Привет вам, человеки! Я Снежана Туманова, ведущая прогноза погоды и я нейросеть. Сейчас я расскажу, какая погода будет в понедельник, 23 октября. В Ставрополе переменная облачность, температура воздуха от плюс 26 до плюс 13. На территории Кавказских минеральных вод от плюс 26 до плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. В Дивном переменная облачность и температура воздуха от плюс 25 до плюс 10 градусов. В Буденновске малооблачно, столбики термометров покажут от плюс 22 до плюс 9. В Черкесске малооблачно. Температура воздуха от плюс 26 до плюс 14. В Домбае будет пасмурная погода. Столбики термометров покажут от плюс 14 до плюс 6. В Нальчике переменная облачность и температура воздуха от плюс 25 до плюс 11 градусов. В Тырныаузе будет облачно с прояснениями, а температура от плюс 18 до плюс 9 градусов. Во Владикавказе облачно с прояснениями и температура воздуха от плюс 24 до плюс 11. В Феодоне малооблачно и температура от плюс 25 до плюс 10. В Грозном облачно с прояснениями, столбики термометров покажут от плюс 21 до плюс 9. В Махачкале будет малооблачно, температура воздуха от плюс 19 до плюс 15, ветер до 7 метров в секунду. В Дербенте от плюс 20 до плюс 14, переменная облачность. На этом о погоде у меня все. До скорой встречи, человеки!